Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодня хочу поделиться с вами новым проектом. Называется helpdona.ru. Сайт финансовой взаимопомощи, друзья. И минимальный вход сюда 5 рублей. Ну а выход может составить свыше 6 миллионов. Значит, здесь все простенько, минимальный вход совсем уже. Значит, здесь маркетинг, безопасность, надежность, поддержка и переливы. Работают переливы от системы и кураторов партнерской структуры. Давайте посмотрим маркетинг. Значит, как я сказала, вход минимальный 5 рублей. И мы получаем финансовую поддержку, два взноса на сумму 10 рублей. Второй пакет за 10 рублей мы получаем финансовую поддержку, 4 взноса на сумму 40 рублей. Третий пакет 25 рублей. Это по желанию можно начинать с 5 рублей. Здесь мы получаем 8 взносов на сумму 200 рублей. И за 50 рублей мы получаем 16 взносов на сумму 800 рублей. Ну и далее по нарастающей можно как бы это все здесь, ну, подробно здесь все вот расписано и прочесть. Вот. Здесь отзывы. Значит, он, как я сказала, только стартовал. Так, новых за последние 24 часа 948 человек всего зарегистрировано. И уже идут как бы выплаты, взносы. Регистрация, друзья, кто захочет присоединиться, здесь наипростейшая. Логин, имейл, пароль. Вход по логину и паролю. Я уже зарегистрирована. И мы попадаем на домашнюю страничку. Значит, что мы видим? Здесь куратор. Текущий уровень. Я еще ничего не делала. Все буду делать в режиме онлайн. Ну, я заполнила как бы имя, фамилию. И обязательно прописать Pair кошелек. Значит, здесь уровень визитов, баланс и вкладочка «Реферальная ссылочка». Вот находится она. Далее, если мы здесь кликнем, профиль, значит, я вот здесь прописала, здесь пароль изменить, и вот здесь в самом низу прописать в обязательном порядке свой Pair кошелек. Так как проект работает с Pair кошельком, нажимаем сохранить, возвращаемся в аккаунт. Здесь как бы помощник, идет инструкция. Заполните в профиле контакты и платежные данные. Дальше. Перейдите на страницу «Повысить уровень». Пополните счет и купите первый уровень. Дальше. Приглашайте партнеров по своей ссылке и продавайте им уровни. Получайте доход, покупайте. Ну, здесь вот как бы все сами прочтете. Далее, что здесь написано еще. Все аккаунты ниже первого уровня автоматически удаляются через 3 дня. И вот у меня здесь идет таймер, когда мой аккаунт, если я не куплю ничего, удалят. Но это хорошо, конечно, чтобы не было как бы пустых аккаунтов. Далее что? Идем в баланс. Вкладочка «Пополнить». Я буду пополняться на 90 рублей. Так, сейчас посмотрим. Так, пополнить счет. Сумма. Я на 90. Там перепрыгивать через уровни нельзя. Идти надо все по порядку. Ну, я уже почитал, как бы. Нажимаю «Пополнить». Перебрасывать на платежную систему. Поставлю на паузу. После продолжу. Я пополнилась. У меня 90 рублей пополнения баланса. И вот здесь отображается также моя сумма.
Здесь далее идет вкладочка «Вывести». Все денежные средства поступают в проект, распределяются между рефералами или переливом вышестоящим куратором. Прибыль проекта формируется из комиссии на вывод в размере 10%. Здесь еще пока пусто. Далее. Мой бинар. У меня еще ничего не куплено. Вкладочка «Рефералы» будут отображаться наши партнеры. Повысить уровень. Я повышаю. Вот тут стоит, что по умолчанию. И стоимость. Читаем вот здесь всю информацию, что здесь написано. Кликаю «Повысить уровень». Далее я повысила уровень. Идем в мой бинар. И смотрим. Видите, у меня зелененьким загорелось. Активен. Далее иду повысить уровень. Я что пополняла за 90 рублей? Я вот до 4 уровня. 50, 75, 85 и 5, 90 рублей. Потому что перескакивать нельзя. И далее иду повысить уровень опять. У меня второй 10. Видите, здесь ничего не поставить. Нажимаю повысить. Третий. Повысить. И за 50 рублей четвертый. Повысить. Все, у меня баланс по нулям. Здесь написан уровень 4. Так, идем в мой бинар. И смотрим. Вот у меня первый пакет активен. Второй пакет активен. Третий и четвертый. Ну а далее покажет время, как пойдут дела. Здесь сообщение, есть чат. Можно общаться. Так, поддержка. Создать тикет. Если кому надо, тема, текст сообщения создать. Промо-материалы. Есть таких два баннера. Кому надо. А мне надо. Далее новости. Открытие проекта. Ну и видео от наших пользователей. Так. Наши пользователи стали публиковать видео о работе нашего. Мы будем публиковать их здесь. Если у вас есть готовое видео, напишите ссылку в поддержку, и мы его также опубликуем. Вот здесь вот есть уже одно видео. Возвращаюсь лично в кабинет. Также есть, друзья, отзывы. Можно это все как бы посмотреть. Ну и выход. Вот такой вот проект. Кому интересно, присоединяемся. Ну, неинтересно, проходим мимо. Я думаю, за 5 рублей можно принять участие. Вот, и подзаработать. Будет чем делиться. Естественно, я запишу видео, как бы видеоотзыв. И поделюсь своими результатами. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.